Капает. Капает, капает, капает. 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 Приветствую вас, друзья. Неужели наступила весна? Раз с крыши капает снег. Вода. Вода капает. Привет, Елена Степановна. Пошла. А как только выгоняешь корову пить, она не пьет. Сразу есть надо. Постоят некоторое время, начинают пить. Вот такая вот. Привет. Ну. Привет, привет. О. Не трогай ее, она потом меня будет так подать. У Елены Степановны сегодня большой праздник. Ага. Какой так, праздник у вас? Прям так мечтала об этом празднике. Мечтала? Ага. Так, друзья, меня... давайте хором попросим. У меня отпуск кончился, какой праздник? Отпуск кончился. Хозяйственный. Опа. Вы же вроде никуда не ездили. Я тебе и говорю, типа хозяйственный отпуск кончился. Не надо мне. Сегодня хочу записать ролик. Ролик будет о деревенских буднях. И будет ответы на вопросы. Ответы на вопросы небольшого такого челленджа. Антон Гущин. Молодой фермер, канал так называется, передал мне такую вот как бы эстафету челлендж с тремя простыми вопросами. Первый вопрос, для чего вы завели канал? Второй вопрос, о чем ваш канал? И третий, как отнеслись ваши родственники к тому, что у вас есть канал? Кстати, друзья, подписывайтесь на канал Антона Гущина. Молодой парень, ведет свое хозяйство фермерское, так сказать, вот. И делится своим опытом. Для чего я завел канал? Ну, как для чего? Для чего вообще люди заводят каналы? Показывать свою жизнь. Свою жизнь, свое пространство, окружающее его. Ну и просто делиться каким-то опытом. Приезжает очень много телекомпаний. Приезжала, приезжает, будет приезжать. Люди, блогеры, просто люди приезжают, снимают, тоже ведут каналы свои какие-то в социальных сетях, рассказывают о своей жизни, это о своей жизни, о впечатлениях, которые они сюда получили, приехав сюда. Вот. Так что вот я посмотрел на этих людей, ну, попробовал. Почему бы не попробовать так? Мне дело в том, что заниматься видеосъемкой я начал давно еще, наверное, Ютуба не было, может быть, Ютуб был. У нас сегодня утром младшая корова отелилась. Вот так вот. То есть она, говоря простым языком, отелилась. Это значит, принесла... Мы ждали теленка, она принесла нам теленка. Ну, принесла не как собака палку в зубах. Ну, ты вообще совсем уже... Ну, отелилась. Отелилась просто. Просто. Чё ты там прям уж разводишь, не могу. Вот. Сама отелилась. Сама отелилась. 6 часов ходила, просто стояла без всяких признаков. Потом часов... Ну, да, часов где-то 8, наверное, может быть. У нас сегодня выходной день. Относительно выходной. Елена Степановна, не надо никуда утром идти, вставать рано. И мы рано не встали. Да. А когда встали, пошли, оно уже лежит. Облизывает. Ну, он только-только, наверное, еще прям парил. Да, парил, да. Так что, так вот. Напилась? Ты напилась? О чем канал, о чем? Вот, о жизни моей в деревне. Как я живу, как я работаю. Какие люди здесь у нас бывают. Приезжают телекомпании. Ну, они все,
все телекомпании приезжают, блогеры такие большие известные, они все хотят известно снять какой-то ролик, какой-то контент, чтобы этот контент потом им принес какие-то хорошие бонусы, так можно сказать, бонусы в виде подписчиков, бонусы в виде просмотров, популярности, еще чего-то, познакомить их с людьми какими-то интересными, которые люди сюда едут, знаменитые люди, незнаменитые, для чего сюда едут. Вообще, это же канал. Маленькое такое твое, маленькое телевидение, маленькое, маленькие средства СМИ, маленькое такое телевидение. И вот блогер в какой-то мере ведет свой канал, то есть такое вот у него маленькое свое телевидение. Мое маленькое телевидение. Вообще на телевидении известно, там большой штат сотрудников, несколько операторов, там различные приспособления для съемки. Хороший вид, не правда ли, друзья? Не-не-не-не, вот отсюда вообще хороший вид. Две бабы на сжигание, да? Я думаю, лучше горели. Поехали? Поехали. Чё, вы так будете? Ну, так она отломится от этой. Поехали. Так болтается тяжело. Перетягивание каната. Так ее постирать надо было. Что она грязная такая. Ничего. Че? Ну. Че? Пахнет. Пахнет? Стирать надо. А тише поешь, зароешься. Светлана Петровна, помаши ручкой. Здорово. Она работает, рукой махать. Давай вытаскивай, говори. Чё? Вытаскивай. Женщина, а эту домой, я постираю ее. Хорошо. Надо открывать. Видите? Ну, сначала открыть. А я занесу. Сейчас куда? Ну ты же сказал, домой прицеп. Побивали за молоком, потом в магазин. На улице все тает, крыша уже голая. Здесь все оттаивает. Ну тепло, что-то около нуля, наверное, стоит. У нас даже вот здесь земля вытаяла около дома. И вообще зима теплая. Вот стопили всего лишь две поленницы. Правда, учитывая то, что мы стопили, наверное, тонны полторы или две угля в зиму. Вот так вот. Опять. Ой, тут темно. Я и говорю, темно.
сейчас. Она сейчас лежит. Фонарь. А теленок, ты отсадил его? Вон там, ну. Садил, напоил уже. Лежит он, дышит. А теленок у нас тоже, как у бабы Вали, рыжий тоже. Спит. Рыжий, вот как будто все коровы, ну не все, часть коров скрылась от одного рыжего быка. Но у нас был рыжий в деревне. В деревне не было рыжего быка. Куда-то бегали в соседнюю деревню, наверное. Ну. И у нас же тоже есть наши зрители, которые с удовольствием ждут наших выпусков, которые, блин, ну когда же... Пишут нам в личку, в сообщении, в социальных сетях. Когда, Владимир, напиши следующий ролик. Сними про это ролик или про это ролик. И мы вынуждены, ну, формировать свои программы какие-то. Так, телевизионные программы. Писать так, делать анонсы. Вот завтра будет такой-то ролик. Послезавтра такой ролик. На эту тему, на эту тему. Там техническая тема или там еще какая-то разговорная тема. Так что вот так вот, ребята, вот так вот свое маленькое телевидение. Так, сейчас я посмотрю еще. Так, ну о чем канал? О чем мой канал? Ну вот о деревне, о том, что я живу в деревне, что меня окружает. Вот просто как отнеслись люди, вот как отнеслись? Родственники нормально отнеслись. Просто когда ведешь канал, там рассказываешь что-то еще, люди, насельчане знают, что ты ведешь канал и смотрят его. И иногда тоже не попадает в кадр. И попадает в кадр. Где-то тоже в каком-то некрасивом виде, но по их мнению, кажется, там они там то в одежде грязные, то там выполняют какие-то работы, ты не показывай меня, что я делаю, это так, начинают потом высказывать какие-то претензии. То и бывшие жители нашей деревни тоже где-то, посмотрев канал, там тоже где-то увидев себя или каких-то родственников, или услышав какую-то там альтернативную, по их мнению, точку зрения, которую не надо высказывать, там это тоже начинает, бывает иногда какие-то претензии предъявлять. Вот, нафиг ты это снимаешь, ты это не надо снимать, надо вот это снимать, так снимать, и вот, вот так вот. Так что, ребята, кто ведет канал, у кого большой канал, я думаю, что все были какие-то, у всех были какие-то вот эти претензии в той или иной мере, когда-то все это переживали. Вот случались, что где-то кого-то сняли, показали, а вам предъявляют претензии. Нафиг ты нас это показываешь? Ты что, нам это показываешь? Ну, одним словом, вот так вот. Вот так вот. Вот. Надеюсь, ответил, наверное, на эти вопросы. О чем мой канал? Ну, вот об этом канале, о своей жизни, о своей деревне. Да и просто, даже чисто, просто вот какой-то видеодневник, который... Ведь канал показываешь, снимаешь это все, сам стареешь, уже замечаешь, просматриваешь какие-то ролики свои ранешние, глядишь, ага, в это вот здесь морщины не было раньше, а сейчас появилось. То там, глядишь, тот человек у тебя проскакивает на экране где-то в ранешних роликах ранешнего канала, а сейчас его уже нет в живых, скончался, так можно сказать, ушел в другой мир. Так что это вот еще такой вот видеоархив. Вот всегда можно посмотреть, вспомнить какие-то явления, события, которые происходили с нами или с нашими друзьями, близкими, да и просто с односельчанами. Вот так вот. Тишина у нас. Позвонила. Не позвонила, написали мне. Вот в Омске сегодня минус это плюс 4 градуса вообще. А у нас, ну у нас тоже тает все. Ну вот пасмурно как-то стоит это. Пасмурно. Вот, ладно. Ребята, надеюсь, ответил на все интересующие вас вопросы. Если я не ответил, то напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем нужно было сказать, упомянуть. Пойду
У нас еще сегодня много дел запланированных, которые нужно сделать, выполнить. Поэтому сено вот и надергал сейчас на вечер, чтобы вышел сразу раз там. Не дергать сено, не отвлекаться на вот это сено дергание. Я вышел, сразу погрузил, привез его. Ну вот так вот. Ладно, друзья. Пойдем делать. Ну и с наступающей вас масленицей. Ролик, наверное, завтра попробую выпустить. Потому что сегодня когда уже. Вот так вот. С масленицей, с прощенным воскресеньем. Простите меня, если что-то не так. Принято просить прощения в это прощенное воскресенье. Так что вот так вот. Ну вот так вот. С весной вас, друзья, с весной. Степанна кур у меня выпустила сегодня. Ну а что, тепло же. Вот и ходит. О, петухи кричат, орут. Говорят. Зерна дай! Зерна! Зерна дай! Зерна! Хозяйка! О! Ко-ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Ко! Ко-ко-ко, да? Ко-ко-ко! В тракторе песок, и вот они лазят там это, купаются в песке. Вот так вот. Вот так.